Мы познакомились в 2012 году, 3 ноября. Это было начало зимы, как всегда бывает в ноябре у нас. Мы познакомились на сайте знакомств. Да, и не бойтесь знакомиться на сайте знакомств. Это ничего страшного нет. Мы познакомились как друзья, то есть мы не хотели оба отношений, пытались быть друзьями. Но через две недели мой дорогой муж Лёша попросил у меня номер телефона. И мы с ним долго разговаривали. Почти каждый день. Потом мы не могли сначала все время увидеться, потому что он работал. Я все время пыталась отложить нашу встречу. Наступило 18 ноября, он меня пригласил в кафе. В кафе пригласил, который у нас рядом. Я шла на это свидание с чувством неуверенности, потому что думала, что вот сейчас увидимся, и все, и как. И он меня бросит. После этого самое смешное получилось то, что когда я выходила из подъезда, я упала, споткнулась, и у меня, получается, не несли мои ноги на свидание. Но ничего, я собралась с духом и пошла в это кафе. Проводил до подъезда, и мы расстались возле подъезда, и все. Потом я прихожу домой, и от него было сообщение, что мне очень понравилась наша встреча и все такое. Потом, получается, вот 18 ноября, и через две недели у меня был день рождения. Я его пригласила к себе. И после этого у нас все закрутилось, завертелось. И мы как-то стали быстро вместе жить. И не было такого, что вот, надо подождать. То есть, получается, с родителями я познакомила после нашей встречи, после того, как мы встретились 18 ноября этого же года, 2012. Моя мама его быстро приняла, она очень его полюбила. Лёша пытался как бы мне уже сразу сделать предложение, он в меня влюбился, я в него влюбилась. А, да, еще забыла сказать, что когда мы с ним переписывались в первое время, по переписке я в него уже влюбилась, то есть по сообщениям мне казалось, что это мой человек. Но жили, и он пытался как бы мне все время делать предложение. Хотя еще даже не было года. Я ему сказала, что вот будет год, и мы с тобой там уже подумаем, как. 18 ноября 2012 года он мне сделал предложение. 18 июля 2014 года мы сыграли свадьбу. Живем счастливо и любим друг друга и планируем будущим детишек. Да, еще был вопрос, кстати, я забыла сказать. Мой молодой человек, мой муж, он здоровый. У него со здоровьем все в порядке. Никаких отклонений нет, потому что это очень часто задаваемый вопрос. Здорово ли у тебя муж или нет? Я отвечаю, что он здоров. Да, после свадьбы на следующий день улетели в Турцию. Мы отдыхали там 10 дней, мы наслаждались летом, хотя было на улице лето. Я думаю, что это видео многим понравится и не будут часто задавать вопросы. Здоровый ли у меня муж, как мы познакомились и все подобное. А если вам понравилось мое видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!